штрафной двор в обороне. Вот здесь, видите, Перейра без сопротивления получил мяч, развернулся, прокинул его между ног Дефраю. И там уже Погба. Погба тоже один абсолютно успел поднять голову, посмотреть, где вратарь. Перебирал мяч ногами, пробил слева. Вообще все, что хочет, то и делает Погба. Штрафной в этой ситуации и оформляет.